пришел без коробки этот Stellux. Но это, наверное, потому что он один, я заказывал одну штуку в пакетике. Этот, скорее всего, родной пакет полиэтиленовый. А дополнительно еще стрейч-пленка была. Вот такая вот радость. Борозды вот эти прям какие-то крупнее, чем Хон, гораздо. Вот тут выемка. Тут токарная обработка, а вот это дальше тоже токарная обработка, но какая-то уже окисленная. Фаски тут с двух сторон. Вот эта внутренняя поверхность. Вот это утопленней, чем вот это рабочая. Но плоскость, наверное, камера не передаст. Наверное, плоский. Как его посмотреть, плоский он или нет, это на завод надо тащить на плиту. Толщина диска 13 миллиметров, вот так вот я померил. Бы еще померить толщину рабочей поверхности. Давайте померим, да? До фаски. Сорок девять. Ну и все, конец.